Всем привет, мои дорогие! Я просто в шоке. Записала сейчас коротенький сторис, сюда тоже продублировала на YouTube. У меня 8 видео, мне кажется, пропали. Я не знаю, что делать. Вот если кто-то знает, может быть, из блогеров, напишите, пожалуйста. Я просто не знаю. Я чистила память. Я стерла, то есть удалила YouTube, приложение YouTube. А у меня там 8 видео были на загрузке. Тут очень просто медленный интернет, и очень медленно все это загружается. Они были на загрузке. Ну, на каждое видео там сколько-то еще процентов оставалось. На обработке уже даже. То есть, ну, вот как-то так. Я удалила, потому что мне сейчас нужна память. У меня сейчас будет очень много всего интересного, и нужна память. Те видео были настолько интересные. Там и Ереван, ну, и наш перелет сюда, и здесь вот все просто вот очень-очень были интересные видео. Реально настолько интересные. Я сама их... Думаю, сейчас вот буду пересматривать. Причем я столько времени на это потратила. Ну вот вы сами понимаете, съемка, монтаж, пока это все вот склеить, там в iMovie эти куски загрузить. И я сама ждала, когда они все выйдут, чтобы их пересматривать. Потому что столько впечатлений за эти несколько дней. И я просто вот, ну я не знаю, я в таком шоке, если они потерялись. Единственная у меня надежда, что, может быть, просто в этой библиотеке они не отображаются. Короче говоря, что было? Вот когда ты загружаешь, да, на телефоне, в библиотеке там видно загрузка, обработка, сколько процентов. То есть это все висит. Как только я... перезагрузила YouTube приложение, ну, память, все освободилась, все отлично, я так обрадовалась, думаю, все, сейчас пойду снимать дальше, все отлично. Открываю YouTube библиотеку, там ноль, ничего нет. Вот мое сегодняшнее видео, которое вышло, и все. То, что на завтра, на послезавтра там и так далее, нет ничего, ничего не видно. Я записала сторис, их, ну, склеила в этом самом ваншоте и выложила вот сюда, вот сейчас. Эти, ну, то есть вот это коротенькое видео уже, по идее, должно загрузиться, потому что оно короткое. Вот, и его тоже не видно. Вот у меня появилась маленькая надежда, что, может быть, просто их не видно, и они появятся, когда загрузятся. А в творческой студии они видны. Просто вот идет обработка, как бы, когда заходишь туда. Напишите, пожалуйста, если кто знает. Но я не думала, что это может повлиять. Но я удалила приложение на телефоне. Я же не удалила, в принципе, свой... канал, да? Почему это должно потеряться? Ну, не знаю, этого нет. Мне так обидно, вы себе представить не можете. Это просто какой-то кошмар. Такое хорошее настроение было, и сейчас я не знаю, еще не осознаю, если это пропадет. Даже для себя. У меня даже фото особо нет. У меня все, вот, я записывала видео даже для себя, понимаете? Чтобы это все было на память, там, потом пересматривать. В общем, я в шоке. Напишите, пожалуйста.